И давайте сразу будем учиться говорить красиво, да? Это реферат ваш, это ваше выступление, это ваш пост в соцсетях. Вы написали слово «данные», считайте, что после этого слова вас читать будут. А вот сегодня я узнала то, что слова, которые можно использовать, надо использовать, но их не надо использовать. Мы общаемся с молодыми пытливыми умами, делимся с ними опытом, как работать с информацией так, чтобы она приносила пользу, а не вредила. Стараемся объяснить, как использовать информацию, чтобы расширить свой кругозор, расширить картину мира, анализировать источники, чтобы сформировать свое мнение по тем или иным процессам. Все, что мы обсуждаем, можно применить в любой категории, в любое направление медиа. Очень такие слаженные задания, то есть реально наш мозг начал двигаться в правильном направлении, и хочется прийти еще и еще, в общем-то, очень нравится.